Дорогие друзья, доброго времени суток. Меня зовут Гудмен. И мы продолжаем прохождение «Поезд привидений». Первая часть 62%. Серьезно, я думал сегодня завершить эту игру. А тут говорят 62%. I interrogated Orlok's minions. Я просил помощников Орлока и могу подтвердить историю Оливии о его замке в горах, но никто из них не был в состоянии сказать мне, где он находится. Возможно, тебе повезет, и ты его найдешь. Я должен вернуться к своим обязанностям, но я не забуду про свое обещание тебе, Оливии. Помоги мне найти Орлока, и я найду способ воссоединить тебя с Оливией. Блин. Опять же, как звучит, друзья, воссоединить? То есть я могу тебя прибить, и ты воссоединишься со своей возлюбленной. Но он не говорит напрямую, что он ее оживит. Ну, разве не так, друзья? Согласитесь. Так, слушайте, а мы код же не знаем. Может, я что-то пропустил? Где код посмотреть? Подождите. В прошлом ролике я не помню, там был этот машинист, и он какой-то помощи просил. Это я помню. Да, код мы еще, значит, не видели, раз этот ругается. Ну, это Чехия, да. Это Чехия. Один, восемь, семь, девять. Призраки на поезде, кажется, помогают мне. Собака показала мне число или дату на окне. Я не знаю, что это означает, но я видел, что код с четырьмя цифрами соединял решетку в одном из вагонов. Может быть, это подсказка. Да, в этой игре определенно проблемы с озвучкой. Точнее, с звуковым сопровождением. Но опять же, бюджетность, друзья. Бюджетность, я уже это миллион раз сказал. Заклинило. Это слишком высоко для меня, не добраться. Может быть, я смогу чем-то поддеть и потянуть вниз. А нафига я кота, интересно, выпускал? Стоп, где там стекло разбитое было? А, веником, да, достать? Я как-то... Что-то вспомню, что стекло было разбитое. Прикольно. Где-то еще кусочек. Greetings, young man. Поздравляю вас, молодой человек. Вы знаете, что мы приближаемся к Праге. Там был мой дом. Он также был домом для моей бывшей жены, которая живет там уже в течение века. И выглядит молодой. Моя мать предупреждала меня о ней, но я не мог сопротивляться ее чарам. Хотя я и узнал о ее истинной природе после нашего медового месяца. Казалось бы, я просто выпил стакан вина, а потом... Я оказался здесь. Послушайте, я не обвиняю никого, кроме себя самого. Но я был бы благодарен, если бы вы смогли узнать то, что произошло. Недавно я слышал, что она открыла салон красоты. Короче... Женщины бывают коварны, да. Так, ну поехали.
Дом мэра, замок вампира, вагон, башня. Башня с часами, я думаю. Хотя это больше... Но другое не понятно. Ну ладно. Так, борщ, сосиска, крендель, круассан, ласка. Крендель. А что тут может быть? Спагетти Италия. Борщ. Ну явно не борщ. Спагетти Италия. Крендель Германия. Мы крендель в прошлый раз нажимали. Он неправильно был. Так. Ну тут голем, скорее всего. Ну да, разборочь, значит, Украина будет еще. Так, ну что, песик, привет. Это странная игрушка для собаки. Возможно, я должен дать ей вкусную кость вместо этого. Черт, я уронил ключ в листья. Гражданам запрещается сжигать мусор. Муниципалитет должен собрать и сжечь все сам. Так, я собираюсь рискнуть. Понятно. Так. Там что-то есть, но не взять. С веревкой и ведром можно было бы набрать из реки воды. Так, дверь заперта, но, возможно, я мог бы вскрыть замок. Синие губы, этот человек был отравлен? Жесть какая-то творится. Так, не хватает кристаллов. Человек в гробу был определенно отравлен. Все это соответствует истории, которую мне рассказал человек в поезде Харона. Он поведал мне о черной вдове. Она женщина, которая выходит замуж за богатых мужчин, отравляет их из-за денег и забирает их жизненную силу. Она член тайного общества графа Орлока. Надеюсь, что она знает, где расположен их главный офис. Я планирую найти ее и всех остальных. Слушайте, а что делать-то? Проволока. Клин. Веревка. Ручка, кольцо от ящика для инструментов отсутствует. Надеюсь, что смогу ее найти. Так, веревку, наверное, сюда. Так, ведро надо. Попробуем здесь клин использовать. Так, старая как... Ну, оно как будто бы должно выходить. Почему нет? Почему не двигается? Вот это вот должна... Ну, двигалась. Только не в ту сторону получается. Или как? А почему здесь до конца не двигается? А, надо убирать или что? Что-то непонятно. Давайте уберем полностью. Так, тут мы все убрали. Вот что вот здесь мешает? Ничего. Блин, немножко как-то так... Вроде знакомая загадка, но как-то она так решается специфично, если честно. Бюджетность, опять же бюджетность. Вот она. Молодая и красивая. Я не удивлюсь, если узнаю, что это женщина, жена того несчастного человека, отравленного в поезде. Нужно все выяснить и проверить. Тут надо перчатки какие-то. Так, что это за палка? Жаль, у меня нет ключа, чтобы открыть эту дверь. Этот ящик можно открыть при помощи специального ключа.
Нужно исправить это, чтобы не было заметно, что кто-то зашел в салон. Язычок просто достать и все. Стекло непрозрачное, должен открыть его, если хочу прочитать рекламное объявление. Осталось только придумать, как это сделать. Слушайте, проволока прям вообще предмет на все случаи жизни. Тут что-то еще закопано, да? Так, вернемся назад. Назад. Сюда. Так. Стеклом, наверное, можно разжечь, если солнышко есть. Нет? Так. Закрепить ручку проволокой. Блин, проволока, конечно, вообще в этот раз нам прям шикарно помогла. Так, и что, друзья, у нас тут? Мы не достанем. Лопата, линза, ключ от бара. Сцена поиска. Давайте пока не будем искать, потому что есть что делать. Не вижу смысла пока. Ключ от бара это сюда. И сразу... Блин. Доброе утро, сэр. Леди сказала мне, что вы придете. Она хотела поприветствовать вас в нашем городе. Она даже приготовила для вас чашку кофе, ну, с ядом. Пусть сама и кушает. Доставьте французский коктейль в салон красоты. Я должен быть золотым, мадам черная. Мадам черная. Что это я сделал такое? Вы должны помочь мне найти все компоненты для этого коктейля. Или у меня опять будут большие неприятности. Так, ничего не понял, что произошло. Короче, коктейль явно с ядом. Я прям уверен. С бабочкой умрет, если попьет. Да. О нет, этот кофе отравлен. Ну, естественно. Так, карандаш. What did you say? Что вы сказали, отравленный? Сэр, этот заказ пришел прямо от миссис Медичи. Она прелестная леди, хороший клиент. Только этим утром она заказала необычный французский коктейль «Соль красоты», который находится совсем рядом. К сожалению, я не могу сделать такой сложный коктейль. Уже наговорил. Так, сахар. Сок лимона потом по порядку надо ложить. Это очень важно, друзья. Очень важно ложить в правильном порядке. Кто думает, что это не так работает, друзья, сильно ошибается. Так, нет ручки. У нас есть магнит, у нас есть бокал для вина. Так. Ну, проверим теорию. Нет, смотрите, они занимаются ерундой на самом деле. Объясню почему. Потому что если вот хоть кто-то немножко понимает в коктейлях, как они работают, очень важен порядок. Особенно, когда добавляешь спиртное, и отличается градус, или ты добавляешь безалкогольное, алкогольное, очень важно соблюдать порядок добавления. Потому что если ты сделаешь с неправильным добавлением, ну, то есть будет неправильный порядок, абсолютно другой вкус будет у коктейля. То есть, ну, не такой, какой задумано автором. Это вроде мелочь, но почему-то об этом мало кто знает. Так, кристалл. Вот это бы отрезать бы и все.
Трансильвания, замок Гильдевель. Ну, понятно. Румыния. Волынщик, синяя борода и Калиостро прекратили отвечать на мои сообщения. Я боюсь, что могу быть следующим. Но не волнуйся, я сама разберусь с этой проблемой. Элизабет Медичи. Так, веревка и часть барельефа. Вот этого я не помню. Так, можно сюда пойти, можно здесь. Какой яркий свет, однако мне нужно чем-то зажечь спичку. Возможно, линзы и солнечный свет. Ну, да, мы уже это делали. Так, вскипятить воду. Идем за водой. О, еще и улов богатый. Так, кольцо от ящика. Что-то отварить надо, получается, да? Джин и сок лимона. У нас ни того, ни другого нет. Что вот с этим делать? Стоп, часть барельефа, да, не то. Так, ну здесь пока все. Зайдем сюда. Вы принесли мой коктейль? Просто поставьте его на стол. Так, здесь было что-то написано, но как мне увидеть, что, возможно, карандаш поможет. Это эскиз части барельефа. Интересно, почему кто-то думал, что это важно. Так, попробуем так. Какая она красивая, да? Все-таки. Отпечаток стакана на столе. Я поставлю ее специальный французский коктейль сюда. Маникюрный ножичек, кристалл, кольцо, прихватка. Я этой штуки не вижу. Три таких линии. Вот это что ли? Так, одна из трех. Замените вопрос нужной фигурой. Это, вы знаете, мне напоминает эти загадки, когда тесты на IQ проходишь. Вот здесь что-то похожее. Все сложнее и сложнее, да? Так, точно не так, точно не так. Короче, будет что-то с этих двоих. Сейчас посмотрим, что. Но не должно повториться, значит, вот это будет. Ух ты ж, блин. Хорошо, что чай допил, блин, опять кружку уронил. Ёпрасто, что ж это я поставил и забыл. Так, что это я нашел? Я нашел какие-то рецепты. Один из них рассказывает, как сделать золотой краситель. Хорошо вываренная луковая кожица делает прекрасную краску для продуктов питания. Второй рецепт для приготовления золотого французского коктейля. 1 стакан шампанского, 50 мл джина, лимонный сок, сахар. Добавьте лед и встряхните. Видите, добавьте лед в конце. А у нас уже лед давно лежит. Ну, мы ж не для себя делаем, правда, ну и пофиг. Напиток должен стать золотисто-коричневого цвета. Это любимый коктейль черной вдовы, женщины, которая пыталась отравить меня кофе. Я избежал ужасной судьбы, но она помогла мне придумать план. Что если я отплачу ей тем же самым? Я добавлю ее собственный яд в напиток и заберу единственное противоядие в поезд Харона. Она будет идти за мной, чтобы спасти свою жизнь. Как коварно. Слушайте, я говорил, что девушки коварные. Однако...
Тут не только девушки коварны, но и наш герой тоже. Так, противоядие, яд. Давайте сцену поиска сходим, посмотрим. А может, еще и не сходим. Так, ну здесь будет, наверное, какой-то зеленый кристалл, я так... Хотя там... Не знаю пока еще. Так, скрипка. Балерина. Колокол. Так, тут что-то. Лейка, но где... Угу. Я понял. Так, а это... Крест, конь, флаг, треф, клоун, каштан. Кристалл, лейка, парфюм. Это от парфюма. Это от парфюма будет. Вот сюда, наверное. Так, дальше. Да, возьмем кристалл. Сейчас сразу вторая сцена поиска будет. Логично. Лимон берем здесь. Ой, казалось, что это типа зеркало. Так, кролик 9, ящерица, чайник, колесо, клюшка для гольфа, сладости. Видите, как хорошо, что мы два раза подряд проходим здесь, потому что вот только что закончили и большую часть видели. То есть там не день прошел, не 15 минут. А прям очень много. Поэтому наша сцена поиска не такая сложная. По-моему, кисточка, кстати, вот она. Да, я помню, на нее внимание обращал. Тут лимон определенно. Да. Так, ну что, тут закончили. Двигаем дальше. Тут последний кристалл. Так, страница из книги. Это джин, скорее всего. Бутылка джина. Давайте вернемся на наше место любимое. Старый замок в Трансильвании стал их главным офисом. Они исполнили свой злобный план, захватив беспокойных духов и высылая из них силы, получая бессмертие, в то время как их пленники страшно страдали. Блин, ну да, флаг... Флаг вроде Румынии, хотя почему-то мне казалось, чуть по-другому он выглядит. Ну ладно, Румыния. Так, джин. Сюда. Так. Яд. Ну, там про луковицу говорили. А, краску. Thank you.
отравленный коктейль. Poisoned. No. My antidote. Мое противоядие, вы? Где вы его спрятали? Ну, конечно. Поезд Харона. Трансильвания. Блин, реально, вот в Румынии немножко другой флаг. Ну, не такой флаг в Румынии. Там даже полосы идут, вот если перевернуть, они вертикальные, они горизонтальные у Румынии. Я говорю, что меня что-то смущает. Так. Как будто бы все. Hey, sir. Эй, сэр! Как вы здесь оказались? Вы что-нибудь понимаете в музыкальных шкатулках? Я случайно сломал одну такую шкатулку. Место для ручки. А, ручка шон сбоку была. Письмом откроем. Тонкого ничего нет. Наконец, я нашел их логово. Спасибо. Я преследовал этих злодеев в течение многих веков. Я расскажу вам о Кэтрин, лейтенанте Орлока. Она обнаружила способ получить бессмертие, поглощая души невинных. Если вы поможете мне победить их, то они будут искать душу Оливии. Вы должны знать, что если они поглотят ее душу, она будет потеряна навсегда. Одна остановка этого ритуала является единственным способом освободить ее душу и вернуть ее к нормальному состоянию. Я очень тебя люблю, но помни, что это твое решение. Так, еще раз. Еще раз. Так. Кэтрин, лейтенант Орлока. Она обнаружила способ получить бессмертие, поглощая души невинных. Им нужна душа Ливии для этого ритуала. Если они поглотят ее, она будет потеряна навсегда. Остановка этого ритуала – единственный способ освободить душу Али, вывести ее из мира мертвых. Я очень люблю Оливию, мы решили, что стоит рискнуть, попытаться победить ее. Сказать, что... Так мы так собирались, как будто бы ну, ничего не поменялось для нас. Зубочистка. Thanks, sir. Спасибо, сэр. Владелец Харон будет так рад. Вот, это вам на удачу. Подкова. Толку мне с этой подковой. Мне надо монетку найти, эту, чтобы выйти с этого поезда. Мы-то приехали. А мне ничего не дают. Я там, кстати, вниз не ходил. Может быть, надо в ту локацию спуститься пониже. Тут-то мы все поделали, да? Вот сюда вниз я не ходил.
тут что-то еще могло остаться. Нет, тут ничего нет, к сожалению. Так, сделаем. Так, ну что, друзья, продолжаем. Так, мы остановились и не знали, что делать, да? Вроде пару локаций, и мы не можем найти флажочек, чтобы выйти из поезда, я так понимаю. А что вот это такое? За восклицательный знак. Слушайте, а если я эту марку использую как значок, это можно так делать, нет? Она правильно, сначала нужно что-то, что можно было бы ее прикрепить. О, как. Забавно. Да, хорошая мысля приходит опосля. Так, ну раз это Трансильвания, замок вампира, естественно, там будет вампир. А, кстати, ну ласка. Нет. Борщ в Румынии. Может быть. Так, выходим. О нет! Кто-то тянет меня в замок, я не могу остановиться! Дэниел! Короче, сами привезли. А что-то вышло из поезда, сидела бы в поезде себе. Так. Эти кожаные куски довольно крепкие, я должен отрезать их. Так. Так. Кому тут что еще отрезать? Какой-то поводок или что это? Типа для лошади. Упряжь какая-нибудь. Сбруя, да? Я должен запрячь лошадь и ехать в замок, но животное очень сердито. Возможно, она голодна. Так, яблочко для лошадки. Потом мы... Сама дает, да? Какая молодец. Лошадь готова отправиться в путь. Я могу добраться на этой повозке прямо до замка. Ну, вперед. Так, что тут есть? Летучие мыши. Каждый замок имеет свой специальный ключ. Она уже присосалась к лошади. Это же зараза какая. Так, бутылка масла. Коробка закрыта, ключа нет. Бум. Ага. Так, какая запутанная замочная скважина. Согласно примечанию, будет намного быстрее просто взорвать замок. Круглая пластинка. Вот цилиндра нету, да, в которой у меня порох есть и фитиля нету, кстати. Ой, порох. Ничего не понял. Длинный предохранитель, круглая пластина. Зажечь. Объясните, что делать? Как будто бы логика понятна, правда? Ставить в этот лук стрелу. Стрелы у меня тоже нет.
О, я не понимаю. Мне нужен цилиндр. Цилиндра никакого нет. Где его взять? Локация... Блин. Фига вы там тогда цилиндр рисовали. Так же руку оторвет ему. Ох ты ж, блин. А, так мы еще типа и это. Мы только хлопок сделали, получается. Да уж. Ну, главное, справились. Ведь правда же? Снег что-то упало. Мне нужно что-то, чем можно было бы убрать большой сугроб. Так, тайный проход. Довольно необычная маскировка. Что может быть за холстом? Так, надо что-то острое, я так понимаю. Там не достанешь. Стрела, факел надо намасленить, но не хочет. Идем обратно сюда, берем стрелу, лук. Выходим и стреляем сюда. Надо быть прям снайпером, чтобы попасть, блин. Леголасом не меньше. Так, шлем. Доски слишком сырые. Есть маслица, но для огня этого маловато. Кстати, можно покопать шлемом. Буковка В. Символ шлем со снегом. Факел. Так. Либо полотно сожжем сейчас, либо здесь подтопим немножко. Тоже не хочет, да? Значит, костер просто разведем. Че теперь? Шлем со снегом? В руках будешь разогревать? Вот сколько, да, друзья, вот нас мучили в других играх. Ну, в самом деле, ты кипятишь воду голыми руками, что ли? Ну, такая, знаете, вот тут как будто бы логики немножко и не хватило. Так. Меняйте местами фрагменты изображения, чтобы собрать картинку, открыть секретную дверь. Ага. Вот так, значит, делается, да? Ну, раз так, значит так. Так, факел. Вперед. Одного удара. Тыц, и все. Так, вначале надо изучить. Ступеньки очень ржавые. И никак. А здесь темно и жутко. Короче, ищем, чем подсветить. Пирамида, улитка, лилия, крюк. Ну, если крюк, это который вот... Знаете, такой с веревкой. Вот это я возьму, пожалуй, да. Чтобы вылезти отсюда. У нас там как раз сверху огонечек горит. Мы с вами как раз вот так и вылезем. Потом залезем обратно уже с огонечком. Так, что там было, не понял. А, я взял, да? Так, Сатурн, Фавн. Рисунок линии мелом. Так, где тут мел? Ищи мел. Лилия, да? Или что там это? Лилия, да. Улитка была, помню. Звезда. Фавн. Ну, фавна по-разному рисуют. Иногда с рогами, иногда рога закругленные. Но по-разному. Так. Жемчуг, пирамидку я тоже видел. Где-то еще одна лилия. Лилия. Вот она. Геральдическая на этот раз лилия.
Не нравится, что здесь все логично. Что они делают с Оливией? Dear animum, tuum anima, in no sense. Так, лучше не надо трогать эти руны, пока я не знаю точно, что надо сделать, чтобы прервать ритуал. Ритуал нарушать нельзя нарушать, иначе будет плохо. В защитном кругу не должно быть повреждений, иначе смерть от рук Харона. Так, тут что-то еще вот здесь было, нет? Это защитный купол. Не позволит мне вмешиваться, скрывает злодеев от власти Харона. Я должен найти способ включить его. Никакой реакции. Сцена поиска. Так, что нам здесь нужно? Корабль паруса не хватает, я так понимаю. Тут стрелок. Тут головы. Прям дофига всего не хватает всюду. Так, где ж тут парус? Зеркало. Так, это не надо. Гиря. Монтировка, корзина. Так, тут что-то справа непонятно. Вот рубин. Пробка, карта. Ну реально, что с этого, черт его знает. Зеркало может быть как-то, нет? Корзина, крылья, шлем, колокол, рубин, солнце. Даже гадать не хочется. Все равно мы там во всех, по-моему, сценах выигрывали. Пусть сами подскажут нам. Ну, я не знаю, зеркало, просто так скажу. Предположу. Монтировка. Ну и монтировка тоже неплохо. Так, это защитный купол, такой же, как в зале замка графа Орлока. В этом случае я верю, что X покажет мне точку уязвимости. Совместите нарушения во всех кругах, чтобы сделать прямой путь. Вращайте круги, перемещайте руны в пределах каждого круга, чтобы создать путь к центру. Ничего не понял? Но очень интересно. Что там перемещается? Ничего не понял. То крутится он, то не крутится. Вращайте круги. Какие круги? Непонятно. Давайте еще покрутим. Кого там с чем совмещать? Не, странная загадка, очень странная. Мне лично вообще непонятная. Ну вот, смотрите, вот вам проход. Но почему-то... Хочу крутить.
не понимаю, как это работает. Что за хреновая задача? Может, надо максимально влево эту штуку уводить? Ну, а там сверху нету ничего. Ну. Вот дорожка. В чем твоя проблема? Это самая странная задача в этой игре. Реально. Слушайте, я готов ее даже это пропустить, потому что это что-то ненормальное. Я не понимаю, как это работает. Круги. Ну вот же, ну вот, вот, вот проход. Чё тебе еще надо? Не, крутим дальше. Ведем там, где-то была дырень. Ведем туда ее. Знаете, бывают задачки, где вот прям реально непонятно. Блин, ну тут же была. Теперь здесь две. А теперь надо, наверное, отсюда вести туда. Музыки нету. Надо крики там добавить, там кого-то это. Знаете, все плохо. Ну, все плохо же. Блин, решил, но это жесть. No! Нет! Кто смеет прерывать меня? Ты слуга Харона! Ты разрушил ритуал! Я копил свою энергию для этого ритуала целую вечность! И теперь все зря! Мастер Орлок, что происходит? Нет! Не сейчас! Помогите! Я чувствую себя немного странно, но я не испытывала такой радости с начала нашей свадьбы. Ты спас меня. Ты слышишь их? Это все души, которые были освобождены благодаря тебе. Интересно. Оливия, сейчас ваше имя отсутствует в моем списке мертвых. Дэниел, ты хорошо мне послужил. Я не ожидал, что Оливия вернется к жизни. Но я не буду изменять ее судьбу. Когда придет ваше время, вы можете присоединиться к моему экипажу, если захотите. А до тех пор, пусть вам обоим жить будет хорошо. Ой, без слов, друзья. Ну что, друзья, вот такая вот получилась, собственно, игрушка. Ну, пишите, интересно услышать ваше мнение. Но я думаю, вы со мной максимально согласитесь. Все-таки игрушка очень нишевая даже среди жанра поиска предметов. И не хватает финансов, чтобы вот как-то, знаете, допилить. И опыта, естественно, тоже. Просто есть элементарные ошибки, которые совершают только разработчики, которые только-только начинают заниматься этим делом, а про отсутствие финансов просто элементарно, если бы у них был доступ к бета-тестированию Бигфиша, вот, либо они сами могли попросить там каких-то даже элементарно знакомых, кто бы хотел помочь им посмотреть, там, супруги, не знаю, там, друзья хорошие, там, кто-то еще, вот, просто, чтобы они поиграли и оценили игру, показали, где вот что им не нравится. Но опять же, конечно, знаете, любительские тестирования — это одно дело, другое дело, когда тестирует человек, который понимает, как должен выглядеть жанр поиска предметов и что действительно здесь не так. Но, тем не менее, здесь хоть какое-то тестирование надо было бы провести, чтобы
определенные моменты допилить. В целом неплохо сделано. Мне нравится такой, знаете, нестандартный подход в головоломках. Ну, кроме последней, она прям максимально какая-то странная, непонятная. Даже условия, ну, не сразу понятно, зачем там что-то как-то совмещать, не совмещать. Вот, в целом, игрушка такая на семерочку, наверное. То есть один раз для любителей жанра пройти, наверное, забыть. Мне крайне любопытно узнать, что будет во второй части. Надеюсь, поступит заказ на вторую часть игры. Вот. Но нас впереди еще ждет бонус. И окончательные выводы, наверное, сделаем после прохождения оного. На сегодня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока.